Всем привет, дорогие друзья, подписчикам класса, и мы продолжаем играть в игру за ним Наруто, чтобы дать начать Ninja Storm 4, сегодня мы продолжаем проходить игру под названием выживание. Ой. Так, сегодня у нас кубок учителя и ученика, поехали. Так, сегодня я не знаю, за кого сыграть. Думал сыграть за Итачи, кто у него там? Так, у него никто нету. Так, ладно, может за Пэйн сыграть? Пэйн кто? Не пошутил. Да я нет, блин, я не хотел за Пэйн играть. Давайте выйдем. Я не хотел за Пэйн играть на самом деле. Так, ребят, за кого поиграть бы? Я не знаю, за кого, правда. Можно со скилл команд набрать этот бред. Можно Наруто его команду тоже бред. Давайте, короче, как обычно. Так, ребят, продолжаем. Простите, ходил. Играем сегодня за Мадару. Повторяюсь. Так. В смысле? Нельзя. Только за одного можно играть? В смысле только за одного можно играть? Погодите-ка. То есть только одному что ли играть? Да, только одному играть, ребят. В смысле только одному играть, что-то не понимаю. Охренеть. Короче, давайте поиграем на языковом. Давайте поиграем за малолетнего Гару. Бред играть. За Итачи, что ли, не знаю. Давайте за Пэйна. Реально за Пэйна поиграем. Ну, понимаете, помните, Пэйн же Джирайя убила, а тут Цунада и там Джирайя еще. Ну что, ребят, поехали. Надо пошла первая. Дурочка пошла. Ни хрена мы одну способность ей снесли. Серьезно, цена победила меня. Назад к выбору состязания? В смысле, заново все теперь? Нет, не заново. Так, мы выбрали все-таки славу, наверное. Хотя Пэйн один может справиться. Тут тяжело, знаете, в чем прикол? Давайте за Мадару поиграем. Потому что. Опа. Ну все, ребят, мы победили, скорее всего. Тут отцу надо, так что она. Это 5 хакай, конечно. Она вряд ли справится с нами. Посмотрите просто, сколько я. Я с одной тычки снес почти все хп. Конечно, мы победили. Ранг Си, естественно. Сколько мне там прибавить здоровья? 72%. Ну ничего. Короче, мы победили, походу. Потому что это Мадара, вы что хотели. Дальше Джирай идет. Джирай сама. Так, поехали.
защищать Джирая. Это было очень легко на самом деле. А ранг Си, как обычно. Восстановление здоровья фулова опять у нас, теперь здоровье. Серебряный 2, ну это из Мадару-то, естественно, тащитесь. Так, дальше у нас кто? Дальше у нас Майта Гай. Ну прощай, Майта Гай, тебе не выжить. Хотя я помню, как-то Майта Гай дрался против Мадары, я помню, это было. Это точно было. Я прям помню, точно это было. А пробуждение можно юзать только когда это у тебя очень мало хп. Дай бить. Серьезно, давай покалечь меня жестко, прям вообще жестко покалечь. Давай, братан. Давай-давай, еще сильнее, да-да-да. Во, хорош. Все, пробуждение можно юзать. О, нет, нельзя, что за... Придется, короче, с таким здоровьем его убивать. Хотя ему одной атакой почти что все хп снес. Серьезно, меня Гай победил? What the hell? Ай, блин, это я им подался, просто чтобы попробовать как это, юзать пробуждение. Блин, они точно зашли, дебил. Давайте, знаете, кого поиграем? Рандом. Чего я нажал? Хэндстрайк костюм. Джирай, давайте за Джирай поиграем, почему бы и нет. Проситься надо. А потом Джирай про Джирай. Логика от бога. Понятно. Джирай тоже Рассенган. Лол. Это было изи. Это просто это не ранг Си, это ранг Мега Си, потому что она мне ничего не снесла. Джирай, давайте дальше. Джирай будет Джирай. Интересная ситуация. Братан, я тоже так могу. Особенно абсолютно сделать. Тоже могу. Ни хрена я ему абсолютным дзюцем нанес. Я убедил. Отлично. Ох, у него рука порвата. Еще вроде как пробивание можно юзать уже этот. Блин, а у меня же там не полный хп, ладно, ничего. Выжим. Выжим. Но это не точно. Держай против Майта Гая. Ладно, ничего. Должны выиграть. Сразу юзаем Расенган. Копим чакру сразу прям, просто автоматом. Он подбегает. Подбегаем к нему. Не получается. Найс. Мы победили. Джирая, жаба, отшельник с горы Миобоку. Это я. Короче, мы, гайс, победили. Это было очень тяжело. Потому что тут очень быстро снимается хп, сами видите.
Ранг Си, как обычно. Курс пройден. Так, какой интересный следующий курс? Вроде следующий курс не новичка, а уже, ну, спортсмена. А, это вряд. И дальше выживание для продвинутых. Чё у нас здесь? Здесь у нас Гара. Здесь у нас Ямато. Обита. И первый Хокаги воскрешённый. Потом у нас Шикамару, Сай, Саски и Наруто. Потом у нас Киба, Шикамару, Неджи и Сакура. Потом у нас... Ух, нихуя! Потом у нас идет просто полная жопа. Потом у нас Хокаги первый, потом второй Хокаги, Неджи, Хьюга, Шисуи. Какого хрена здесь делать? Шизуи, Чихо, Наруто, Узумаки и Обита, Чихо. Ну, короче, это все в диску. Потом в следующей серии. Кому вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, лайки. С вами был я, Денис ГТ. До новых встреч. Всем удачи и всем пока.